В летнее время в молодежном парке прошло немало интереснейших мероприятий, в том числе в рамках акции «Неделя в парке». Но и сейчас, после начала учебного года, это прекрасное место в центре нашего города не забыто славянской молодежью. В настоящее время, в эпоху интернета и высоких технологий, нужна ли молодым людям поэзия? Какую роль играет она в жизни молодого поколения? Многие студенты филиала Кубанского государственного университета в Славянске на Кубани на эти вопросы ответят, не задумываясь, потому что для них поэзия очень важна. Именно у знаменитых русских поэтов они ищут и находят стихи, которые дают не только эстетическое удовольствие, но и ответы на беспокоящие их вопросы. И они читают стихи на публике для того, чтобы другие смогли по достоинству их оценить. Захочет покоя уставший слон, царственный, ляжет во пожаренном песке. Кроме любви твоей, мне нету солнца, а я и не знаю, где ты и с кем. Это стихотворение, написанное Владимиром Маяковским более 100 лет назад, посвящено Лили Брик и подкупает своими искренностью и лирической силой. Оно было опубликовано только через 4 года после смерти поэта. Лирика Маяковского популярна у молодежи прежде всего благодаря насыщенности чувствами и мыслями и новаторству. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над кровью зажигалась хотя бы раз. Также в этот день в амфитеатре молодежного парка прозвучали стихи Сергея Есенина и других поэтов. Впереди еще немало погожих дней, во время которых здесь пройдут мероприятия в рамках акции «Неделя в парке». Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».